Здравствуйте. На табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да? Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Посмотрим, как будут играть гости. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Здравствуйте. На табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да? Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Посмотрим, как будут играть гости. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Здравствуйте. На табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да? Здравствуйте. На табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да? Здравствуйте. На табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да? Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Хосе Халебас. Роберто Перейра. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Хорошо мяч перехватили в атаке. Лейтон Бейнс. Кин. Гильфи Сигурдсон. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хьюз. Мяч у соперника. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу.